У нас сегодня лаван на повестке дня. Это вот такая рыбка. Значит, рыбу будем готовить в фольге. В принципе, таким способом можно готовить и селедку, и красную рыбу, любую, какую вы любите. Я взяла одну луковицу и порезала ее полукольцами. Также у меня есть стебли петрушки, я взяла, и сушеный укроп. Нам это все пригодится. Я беру, рыбка у нас, понятно, уже дело чищенная. Удалены жабры, обязательно жабры удаляем, потому что они дают горечь. И чистим сверху кожуру, чешую, потому что она, кожа будет очень вкусная. И режем, делаем надрезы не до конца, под углом. Вот таким образом. Пахнет, очень пахнет морем. С одной стороны, потом переворачиваем рыбу и такие же надрезы делаем с другой стороны. Теперь мы должны рыбу посолить, но не очень сильно. Вот таким образом, немножко внутри обязательно присолим, немножко сверху. Можно вместо соли использовать соевый сок. Да, не поливайте рыбу лимонным соком перед готовкой. Если вы польете рыбу лимонным соком, она уже у вас будет как будто готова. И из-за этого рыба будет жесткая при приготовлении. Так, вовнутрь мы с вами кладем лук. Он даст нам вкус. Вы можете его даже не есть, вытащить. Но вкус будет очень вкусный, аромат. Также кладем стебли петрушки. И кладем вот этот сушеный укроп тоже вовнутрь. Это все для вкуса. Рыбу на фольге. Вот так. Хвост можно обрезать при желании, можно оставить. Хвост даст дополнительный вкус при запекании. Вкус бульону. Потому что будет очень сочный бульончик у нас. Что мы еще сделаем? Мы сейчас присыпем свежемолотым перцем вот так, и сверху мы немножко помажем сметаной. Сметаной мажьте с одной стороны, потому что она протечет вниз, и там этот в этом соусе рыба будет готовиться. Переворачивать ее уже не надо. И я все-таки немножко полью соевым соусом. Для вкуса. Можете полить устричным соусом, соусом унаги, все, что у вас есть. И теперь мы заворачиваем рыбу и будем выпекать ее в духовке в течение 20-25 минут. Если вы поставите в разогретую духовку, достаточно 20 минут. Если в холодную духовку, 25-30. Смотрите по своей духовке. Если фольга у вас где-то порвалась, сделайте еще один слой. Нам нужно сохранить целостность упаковки, чтобы был вкусный бульончик внутри. Все, вот таким образом мы упаковали нашу рыбу. И помещаем ее в духовку. Вот такая вкуснючая рыба у нас получилась. Запеченная в фольге. Мяско отходит. Вот такое мягкое. И теперь можно разделить на порции и уже полить лимончиком. И вот такой вот сок получается. Рекомендую вам этот рецепт. По такому же способу можно приготовить любую красную рыбу, камбалу или все, что вам нравится. Приятного аппетита!